Пока одни сдавали экзамены, у других сдавали нервы. ЕГЭ-2013 выдался рекордным на скандалы. О том, как этот непростой период прошел в Чувашии, говорили сегодня в Доме правительства на еженедельном совещании у главы республики. 100 баллов из 100 возможных. Такой результат на ЕГЭ-2013 показали 190 школьников Чувашии. В прошлом году подобной планки достигли только 79 учеников. Благодаря такому количеству умников и умниц Чувашия вошла в шестерку регионов, где к работам выпускников проявили повышенное внимание. И нас перепроверяют, в том числе мы сами перепроверили работы. Поэтому в целом подтверждаются наши работы. Есть некоторые нюансы, где 1-2 балла мы находим от 100 бальников, несколько баллов. Например, от 46 100 бальников по математике осталось 43. Это, я считаю, тоже неплохо. Воспользоваться чем-либо еще, кроме собственной головы, судя по всему, было непросто. В каждом классе, где сдавали экзамен, установили по 2 камеры видеонаблюдения. Однако даже при таких мерах без ЧП не обошлось. В этом году 4 случая допустили, а один из них как раз выбор в Урмашском районе. Ученица, хорошо, которая обучалась, которая участвовала на Олимпиадах, сняла на сотовый телефон и отправила домой. В результате мы вынуждены были составить на нее протокол, и она лишена пересдачи экзамена. Вот такие факты не должны быть в школах. Поэтому видеокамеры, прежде всего, для того, чтобы обезопасить, предупредить, пресекать такие вещи. При помощи современных средств следят не только за школьниками на экзаменах, но и за участниками дорожного движения. Еще одна тема совещания – работа в регионе систем видеофиксации. На данный момент далеко не все закупленные приборы встали на стражу порядка. На сегодняшний день из 19 комплексов у нас 6 в настоящее время подключены к системе электропитания и работают в тестовом режиме. По 10 комплексам от коммунальных технологий пока не получены справки о выполнении технических условий. Это по нашим сведениям, эта работа фактически выполнена, но тем не менее подтверждения документального нет. По объектам Октябрьский мост, Протопопиха, Калинина, Гагаринский мост, Фучика, Университетская, 30-я автодорога, Шевченко и ряда других. По 2 точкам города Чебоксары, это Игерский бульвар, к сожалению, коммунальные технологии пока не выполнили свою работу по подключению. Это вопросы безопасности. Здесь можно говорить, валить друг на друга, но этих вещей вообще не должно быть. Как часы, на едином дыхании все работы должны проводиться. Коммунальным технологиям вы говорите вопросы, там в чем вопрос? А вопрос оказался в подключении оборудования к электросети. Как оказалось, затягиваются сроки из-за того, что приходится тянуть новые провода. Вот по этим 2 точкам прорабатывался вопрос по подключению к водным распределительным устройствам управляющих компаний ПИК-1 и еще одна. С ними не договорились, поэтому сейчас прорабатываем вопрос прокладки сетей от собственных трансформаторных подстанций. Впрочем, трудности переговоров с управляющими компаниями пояснил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Дело в том, что питать комплексы в ряде случаев планировали от прилегающих домов. Ну а жители высказались против таких потребителей. Так или иначе, вопрос решается. На сегодняшний день закуплены еще 23 комплекса на сумму свыше 20 миллионов рублей. И их тоже предстоит подключить до сентября этого года. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.